Нижний Новгород и Деандре Кейн приехали в Краснодар, чтобы помешать Кевину Джонсу с «Локомотивом Кубань» добиться 12-й победы подряд в единой лиге ВТБ. И Кейн подтверждает намерение волжан одним из 4 трехочковых команды в первой четверти. Ян Буюкас находит передачи Кевина Джонса, и тот украшает умный пас затейливым броском из-под кольца. И так 10 раз за матч. С 20 очками Джонс лучший в обеих командах. Нижний вел плюс 13 в первом периоде, но за гребущие руки и за душевный данк Владимира Ивлева ознаменовали возвращение хозяев. 20-26 после первых 10 минут. Нижний потерял из-за травмы звездного разыгрывающего Ивана Стрибкова, и американцу Кенни Бойнтону пришлось отрабатывать за двоих. 17 очков и 38 минут на паркете. Вторая половина и четвертая четверть. Леденящая душу защита Райана Брокхофа и его непреклонный проход от кольца к кольцу выводят Лока вперед впервые по ходу матча. Австралиец и штрафной забил. 64-62, краснодарцы впереди. С подачи Андрея Зубкова ветеран военно-воздушных сил Марди Коллинз запускает свой томагав в кольцо Нижнего и укрепляет лидерство хозяев. 73-64. Из 6 очков Марди 4 важнейших в концовке. Тим Сандер Венне как мог нервировал Сашу Абрадовича. Успокаивали тренера Андрей Зубков с Мэттом Дженнингом. У Дженнинга сегодня 12 очков и 5 передач. У Зубкова лучший плюс-минус в команде – 27. И напоследок традиционный для Лока в этом сезоне номер «Тренер, я способный парень» от Дениса Захарова. 2 очка за 1,5 минуты на паркете. Лока не проигрывает в единой лиге ВТБ с 23 октября, а Нижний остается на 10 месте с 4 победами и 10 поражениями.